На канале Машу, с вами снова Гриб. Сегодня тестовый запуск игры. Не знаю, какой звук, первый раз записываю вообще игру, собственно. Спавн у меня достаточно своеобразный, если выражаться культурно. Опять же, первый раз записываю, немного волнуюсь, что не знаю, что выйдет, если хорошо, учитывая, что записываю на системную камеру в этом ксиомиевскую. Так, собираем. Пока. То, опять же, не знаю, какое качество записи. Ой, как хорошо вообще, блин, жило. Пока не дают немного, но ничего, в принципе. Первое время должно хватить на некоторое даже, не на первое. Почему не сделал меч? Потому что меч деревянный мне особо не пригодится, я считаю. Так как я надеюсь сразу перейти на камень. Извините за посторонние шумы, не профессионал в искусстве записи. Поэтому периодически что-то будет, так скажем, сдавать некачественную съемку. Кто-то есть? Я могу зайти? Спасибо. Был бы очень благодарен, если бы меня тут сейчас никто не попал. Как не надо, в принципе. Ой, как хорошо, сразу. Извините за выражение, но просто, блин, сразу так уголь, прямо сходу. Так, нам нужно в районе 20-25 камней, потому что примерно хватит на 3 инструмента и печь. Сейчас наши потребности на хорошую жизнь не столь велики, как бы вообще. Сейчас накопаем, чтобы с лихвой хватило. Блин, ну что-то много на первый раз-то. Прям повезло. Так, вот насчет сна все, видимо, будет достаточно печально. Потому что из-за вот этих вот оборванцев, мне кажется, я очень ничего не найду. Хотя, в принципе, бегаю за ними. Может, что-то и найду. Так, оборванцы где-то бегают. Оборванцы. Нашли что-то, нет? Ой, красивый пейзаж прямо. Я, наверное, здесь поселюсь тут. Наблюдать пейзажи буду. Давайте, ищите мне овец. А я пока буду всякой фигней заниматься. В районе вот этого вот беспредела. Так, ну вот эти деревья, их надо брать. Хорошо, потому что под ними очень любят ставить скелеты. Но проблема в том, что я их ненавижу, поэтому, собственно, аннигиляция деревьев — это одна из важнейших, ну, в нашем, собственно, в нашей точке дислокации, это одна из важнейших вещей. Так, тут есть, блин, чего их так много? Да, спросил человек, находящийся в лесу. Действительно, чё их так много-то? Так. Вот. На самом деле не знаю, про что я снимаю. Чисто выживание какое. Ну, в принципе. Так, вот этот пенёк оставим, наверное. Мне кажется, ничего плохого
не сделает, но вот я знаю, кто плохое сделает, если я не найду овец. И мне кажется, что я их уже не найду. Что обычно в первый день шерсть я нахожу сразу, а тут очень даже не повезло. Так, насчет этого острова, что у нас? Камеры, то ли... Куда ж ты бежишь-то от меня, существо? Да. Ладно, киркой забьем. Ох, блин. Крылья, лапы и хвосты. Хорошо. Блин, забили. Ну, что делать? Просто так вечером все. Все, брат, давайте руками забью. Олицетворение собственной жестокости. Ты где? Куда бежишь-то от меня? Нехороший. Ну, в принципе, да я нехороший. На него. Так, что тут у нас? О, какие существа. Так. Брат, я тебя не трогаю, ты меня не трогаешь. Мы оба с тобой русские. Надеюсь, что тут не Канада. Так, ну, более открытую местность, мне кажется. Хотя, в принципе. Так, все, начинаем массово отстраиваться. Еще раз прыгиваем. Тут нас не увидит никто. Ну, по крайней мере, я. Так, попробую стоять. Так, ну что? Ну, в принципе, вот сюда вот мне, наверное, да. Так, раз. Так, факелаток не крыл. Все, дай, брат. Давай. Потом мне нужна еда. Мне... Тут свинина, много свинина. 4 окорочка восстанавливаю. Так. Как там делаются бочки-то? Так, на самом деле... Не знал, бочки, они экономнее сундуков. А, нифига не понял. 3 бочки будет сам. Так, учитывая, что кровать здесь. Да, тут будет кровать потом. Вот. Сразу красоту наведем. Понимаю, мне сейчас хотят проигроки, говорят, что ты делаешь, брат. Нифига тебе это, но я перфекционист, извините. О, готово, все. Еда, бар. Отлично. Так, туда я не попусь, я не самоубивец. Посмотреть, что у нас. На горизонте, а на горизонте все достаточно печально. Причем очень даже криперов много, зомбаков много. Кстати, в принципе, можно тут сейчас стекло выкопать. Что, нас хватит на лопату-то? Ой, даже не на одну. Хорошо. Значит, камня немного. Так, и песочек. Как раз один остался у нас. Ой, как хорошо этого, наверное, с головой хватит. Так, где панели? Пластик. Так, надеюсь, в бедроке через стекло мобы не видят. Так, здесь готово. Все. О, зимогоры, ядрит вашу. Параш. Так, надеюсь, не видят. Ну, блин, хоть... Что-то о внешнем мире. Да, и овец надо искать срочно. Почему? Потому что без шерсти я не протяну долго. Кто там? Вот так. Лесенка, чудесенка. Нам нужна... Вот.
вот она, кстати. Блин, что-то я не вижу нифига вообще. Еще я буду, наверное, пугрить мне. Чтобы эти нежелательные члены общества не появились. Я, пожалуй, вылезу и факел поставлю. И вот тут тоже, хотя он, в принципе-то, освещает. Мы даже еще раз. В смысле? Ты даже так это делаешь? А, это просто рассвет. Или нет, кстати, или не рассвет. Через блок рассвечивает. Так, вот этих товарищей, блин. Атомных тут слишком много. О, урод-то меня заметил. Мелкий. Он тебя не видит. Все, под окном теперь стоять будешь, да? Нет, не будешь. Он так ногами машет. Все, батю позвал. А если батя... Не, батя тоже не видит. Мелкий урод видит, а батя не видит. Тут интересно. То ли баг сейчас был, то ли что. То есть... Все, уроды сгорают. Справедливость восторжествовала. Теперь пора руки гасить. Так, Давай, побегай, сгори тут. Так, где там мои штучки? Так, весь хлам сюда пока уберем. Так, лопата нам не нужна, еда есть. Все, в бой, да, получается, что? Так, блоки нам тоже не нужны. Блин, какой свободный инвентарь, всегда бы такой был. Так, и нам еще надо, пожалуй, дверь поставить. Так, нам нужна дверь. Дверь. Смотри, погнал. Че, демоны, давайте. Вот ваша добыча. Пришла вас добывать. Здорово, ребят. Поиграем, да? Ледовое побоище, че? Ура! Все. Хана. Ледовое побоище закончилось. Победа Стива. И гриба. Отлично. Теперь можно продолжать лесозаготовки. Ага. Да. Ну или найти овец на крайняк, потому что скоро прилетят друзья. Сумка. Ну, в принципе, начало выживания это как? Проживали. Вот. Некоторые моменты я вырезал. То есть именно как я клиперами делюсь. Ну, в принципе, зачем они? Или некоторые гнусные шутки, которые мне не получаются, так как я природа, видимо, не комик. Хотя я знаю людей, которых вообще по жизни не прет, но сами они шутят очень даже неплохо, у них неплохие шутки. Таких людей я знаю как минимум несколько. Ну, одного точно. Так, все. Что там? Хорошо хоть здесь поселился, на открытой местности, потому что там, где деревья, у меня все начинается сразу. Игра престолов. Так, им надо где-то разрабатывать шахту, потому что бездействие не дело. Действительно, барбос. Вот. Кстати, насчет бездействия надо найти этих злосчастных овец, потому что у меня уже первая ночь меня задолбала сидеть просто копать. Но это пока я копаю. Когда я, допустим, докопаюсь там, до чего я? Потому что я не могу копать, допустим. Или там, я не знаю. Меня просто задолбает это делать. Кстати, тут очень неплохая возвышенность.
Также на канале будут выходить, наверное, летсы с моим другом. Так, куда ж ты бежишь-то от судьбы? Всё. Ты тоже отдыхать не бежишь. Что у вас-то тут так много? Блин. Спаун. Господь помиловал. Так, где-то должно быть еще 100%. Где-то рядом. Не может быть так, чтобы одна овца тут просто так шарохалась, ходила. Так, ну этих я тоже не обделю. Это нормально, что вода тает берегов или нет? Может, что-то она слишком растаяна. Растаявшая. Может, ближе, да, к этой. А, все печально, как обычно. Опять овец нет, ничего нет. Только сказал, Карл. Только сказал. Ты не беги, друг. Блин, повезло, повезло, иначе не скажешь. Ну, может быть, заспавнились, кто их знает, но, блин. Так, вот очень мощная heavy problem. Блин, звук, конечно, огромный. Блин, вид ужаса это слушать. Причем с хорошим таким звуком. Серия будет, наверное, длинная, минут 40. Я не знаю, сейчас 22-й год, кому интересно выживание в Кубаче, но... Выживание — это такая вещь, где... Которую просто надо или делать, или на нее смотреть, я не знаю. Я когда в Майнкрафт начал играть, мне было лет 7. Вот. В первом же своем мире я попал не знаю куда. В итоге первый же мой мир реально сел. Рублю, да, действительно докопаю. И вот, потом в основном я в творческом, но я ни разу не довыживал до конца. То есть я, ну, теперь спрут вроде будет, естественно, да. И ни разу я не довыживал до конца. Я боялся тут поиграть с мобами, с враждебными. Сейчас как бы к этому спонтанно так отношусь. Вот это вот, то, что тут случилось. На Ладожском озере. Так, что я... А, да, на этом, я думаю, можно заканчивать серию. Получилось достаточно продолжительное, почти полчаса, чем ролик. Так, извините, это проблема технически. Ну, собственно, и все. Всем спасибо за просмотр. Если понравится, поставьте лайк. Пока.